Журнал Time посвятил статью на развороте силе медитации. Сегодня, в 2012 году, медитация стала очень популярна. Легендарный комик Джеффри Сайнфелд практикует ее большую часть своей жизни. Многие знаменитости говорят о том, что ТМ очень улучшила качество их жизни. Я практикую ее почти что 40 лет на сегодняшний день. И я считаю, что она необходима всем. Я был наркоманом долгое время. Я был очень привязан к наркотикам. Но когда я обучился трансцендентальной медитации, я очень быстро получил доступ к состоянию счастья, которое было очень глубоким и полным. Только во время медитации я испытываю умиротворение. Она мне дает чувство покоя. Я очень люблю ее. Моя способность концентрироваться улучшилась, моя память улучшилась, я чувствую себя более комфортно. Медитация очень помогает мне в жизни. В каком-то смысле она является ядром моего существования. Итак, что такое трансцендентальная медитация? Учителя ТМ говорят, что это понижающая стресс, успокоение ума. Форма безмолвной медитации, которую практикуют дважды в день, по 20 минут. Но это не все. Исследования показали, что она очень полезна для здоровья. Те, кто практикует ТМ регулярно, лучше спят, у них меньше депрессии и тревог, а также растет чувство благополучия. Я слышала о ТМ многие годы, но этим летом я решила обучиться ей вместе с моими служащими в Чикаго, а также в Нью-Йорке. Я говорила об этом, когда я была на шоу доктора Оза. Вы не можете представить, что происходит в компании. У людей улучшается здоровье, улучшаются взаимоотношения. Это просто...